Добрый день. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич, можно обговорить один организационный вопрос по поводу первой лабораторной у прикладной информатики, но может в конце лекции. Постоит. О, какой вопрос? Ну, сейчас тогда я могу это, да, обговорить? Да, я слушаю, да. Дело в том, что у нашего направления, ну вот, прикладная информатика, НПИ, лабораторные занятия по расписанию в пятницу, и на протяжении всего периода обучения, ну, как было принято, что начинаем выполнение непосредственно на занятии, нам там дают установки, и после объяснения мы уже приступаем к самостоятельному выполнению, вот как с администрированием. Но проблема в том, что срок сдачи вечером субботы, то есть чуть больше суток, и немного, ну как, маловато для установки всех программ и выполнения большого объема новым предметом. И, ну, мы поняли уже непосредственно на самом занятии, что теперь немного другой подход, и нужно приступать к выполнению заранее, до занятий. Но касательно первой лабораторной, из-за сложившейся ситуации, некоторая часть студентов не успела полностью завершить работу, кому-то там не хватило времени доделать презентацию, дождаться загрузки видеозащиты на Ютубе, ну или там загрузить нужные файлы репозитория. Вот, староста и кто-то из ребят писали вам по этому поводу в личные сообщения, но ответа не поступило, поэтому мы решили задать этот вопрос вам лично на лекции. И вот хотели убедительно попросить, чтобы вы поняли нас и, может, позволили сделать исключение для первой лабораторной, чтобы можно было догрузить материалы, потому что работа выполнена, но времени немного не хватило в указанный срок. Вот. Ну, там догрузить не получится ничего. Там же уже переключилось на стадию проверки. Но можно... Что можно сделать? Кто у вас семинаристы? Семинарист у нас Татьяна Рифатовна. О, конкретно. Да, хорошо. Но вы можете послать ей ссылки на выполненные работы, и она вам может только по первой лабораторной доп. Баллы поставить. Хорошо, спасибо большое. Хорошо. Значит, у нас все лабораторные в моделике делаются. Вчера на консультации мы этот вопрос обсуждали. Всем ли все понятно с моделикой? Или кому-то еще осталось что-то непонятно? А эту модель, ну вот у нас опять-таки занятие в пятницу, мы ее как-то самостоятельно должны тогда сейчас изучить. Ну, это было на на консультации, а вы не посещали консультацию. На консультации, понятно. Да, решили, что вам это не нужно, да? Да, не в этом дело. Кто еще решил, что консультации не нужны? И они все знают. Давайте тогда в начале занятия еще раз пройдемся по моделике. Вспомним, что это такое. И тогда, чтобы не было. Те, кто вчера все это прослушал, может быть, у вас тоже вопросы возникнут. Вы зададите. Итак, значит, моделик – это язык. Или стандарт даже, скажем. И есть несколько ответвлений от нее. Сейчас. Так.
Вот. Описание. Этот язык, как называется, акаузальный язык. То есть вот там есть элементы как записи физических выражений, вот equation. Там можно и алгоритмы писать, как в языках программирования. То есть тут у нас это записывается просто как математическое уравнение, а не как присваивание. Это не присваивание в языке программирования, это именно равно. Поэтому можно левую, правую часть переставлять, будет то же самое. Есть несколько реализаций, ну вот коммерческие, это вот некоммерческие реализации. Есть коммерческие, например, Даймола, это коммерческая реализация. Есть, собственно, вот язык моделика, это стандарт языка и библиотек. Open Modelica – это конкретная свободная реализация. Тут у нас, ну, установка. Вы можете, наверное, тут скачать. Вот, вы можете установить с помощью Chocolaty. Вы можете откомпилить. Так, это у нас под Linux тоже устанавливается, под Mac. С Mac проблемы, они так же, как и под Linux, нет бинарных сборок, предлагают собрать самим. Но если у вас нет большого желания собирать самим, или если у вас M1, то тогда вы можете скачать имидж для виртуальной машины. Вот тут она под VirtualBox. Но, в принципе, вы можете, если у вас под x86, то VirtualBox ставите. Если M1, то или Parallel Desktop, или KEMU ставите, под него гоняете. Так. Ну, давайте мы посмотрим, как все это работает. Вот такая вот простенькое уравнение первого порядка. Вот такое уравнение. Понятно, что тут написано. Да. Все обозначения вам понятны. Точка сверху понятно, что означает. Да, это производная. Какая производная? Первого порядка. Дальше. По Т. По времени, да. Значит, у OpenModelica набор средств, библиотека, компилятор, блокнот, ну, типа, как в математике или как в Юпитере, shell и вот редактор. Давайте, вот, все достаточно понятно. Откроем.
Вот у меня вот. Значит, ну, нам нужно тут выбрать вид текста. Вот такой текст. Класс тут называется моделью. Модель имеет название. Дальше у нас объявляются переменные. И задаются, собственно, уравнения. Ну, вот это вот уравнение. Dir это производная от x равно единице минус x. Мы проверяем. У нас определенная система, то есть одна переменная и одно уравнение. Симуляцию можно задать, параметры симуляции, время, ну, пусть будет 10 секунд. Дальше у нас можно задать интервалы. Или интервал задается количество интервалов, или мы задаем размер интервала. Дальше у нас алгоритм, по которому решаются уравнения. Ну, это вот все, что вам нужно. Запускаем. У нас сгенерился результат в виде циферек, таблиц, значений, табулированный он. Но, в принципе, при исследовании очень полезно сразу посмотреть и графики. Вот график X. Естественно, вы можете его настроить, задать цвет, задать тип линии, толщину. Вот так вот. Далее у нас есть несколько усложнений. Ну, во-первых, из графиков переводим на моделирование и на текст, мы можем задавать комментарии. Комментарий просто задается в виде строки. Ну, точно так же посчитаем. Задали. Это у нас старое брали, выделили. Ну вот, точно так же считает. Есть вариант с заданием начальных значений. Вот у нас все так же в начале, а потом мы задаем initial equation и начальные значения. То есть x равно 2. 2. При этом мы можем annotation задать, в котором описать параметры симуляции. Вот тут у нас симуляция от 0 до 10 с точностью и интервалом. И запускаем симуляцию стрелочкой. Вот. У нас подгоним. Начальное значение 2. И он уходит на единицу. Ну, логично. Вот у нас предыдущее было. Построили и то. В предыдущих значениях было от 0 на единицу выходит. Единица – это горизонтальная асимптота. А тут у нас от двойки. Ну и вариант следующий. Мы можем задать условия. Ну, вы знаете, что есть начальные условия и граничные условия.
Также вы знаете, что есть у нас разные типы условий, то есть мы можем задавать условия как на переменную, так и на производную. Ну и когда граничные условия, мы и на переменные, и на производные задаем. И вот тут мы давайте зададим начальное условие не на переменную x, а на производную. То, что у нас в начале производная равно нулю, то есть стационарное значение. Ну и опять у нас тут прописаны, как эксперимент выполняется. Запускаем. Добавляем. Сейчас я ее сделаю. Вот написано, из какого файла. Там результаты у нас. Если вам нужно, вы можете их использовать, эти результаты потом. Вот видите, у нас стационарное значение как в самом начале было, так и потом остается. Значит, удалим. Вопросы есть? Пока нет. А как поставить конечные значения? Ну-ка мне расскажите, а как это называется, конечные значения? Есть задача на конечные значения? Расскажите, я просто не знаю. Я всегда думал, что есть начальные и граничные значения. А конечные значения первый раз слышу. Граничные, я ошибаюсь. Граничные значения, когда у нас задаются? Вопрос. Граничные значения, когда задаются? Что такое граничное значение? Так, есть у нас уравнение... Обыкновенное дифференциальное уравнение, когда одна переменная и зависит от одной переменной. Ну, у нас тут, в частности, от времени. Граничные значения задаются, когда уравнение у нас в частных производных, и зависимость идет от нескольких переменных. Поэтому начальные значения для этих переменных превращаются из точки в какую-то фигуру двумерную, трехмерную. Соответственно, задаются вот эти аналоги начальных значений для одномерного случая, называются граничные значения. Моделика не предназначена для таких задач. Она решает у нас или аналитические модели в обыкновенных дифференциальных уравнениях, либо она для имитационного моделирования, в основном она для вида имитационного моделирования, который называется системная динамика, и также она поддерживает дискретно-событийное моделирование, ну, как GPSS, например. Ну, и можно разные варианты дискретно-событийного моделирования, скажем, сети Петри тут тоже эмулировать. Агентную динамику она не поддерживает. Ну, вот так вот, соответственно, граничных условий задать тут нельзя. Значит, давайте вот у нас закон Ньютона-Рихмана. Ну, фактически это остывание какого-то предмета. У нас есть температура предмета, параметр предмета, температура среды. И как изменяется температура предмета, остывая. Ну, тут тоже модельная у нас задача.
Так, вот у нас моделирование. Вот у нас тут появляются параметры. Ну, зачем у нас параметры? Дело в том, что поскольку у нас количество переменных должно соответствовать количеству уравнений, иначе не сработает. Вот у нас одна переменная, одно уравнение. А вот уберем от слова параметр, например, и так мы увидим, что у нас два переменных и одно уравнение. Соответственно, работать все это не будет. У нас одно переменное, а все, которые одна переменная, которую мы находим, а все остальные значения это параметры, значения которых задаются до этого. Значит, что у нас тут дальше? Вот у нас минус мы в скобку внесли, на cm умножили, можно было не умножать, а делить, без разницы. Это производная по t, ну, в общем, все задали. Давайте запустим симуляцию. Нас температура интересует. Так, что ничего не выдало нам? А можно вопрос? А мы же не задали значение параметров? А мы не задали, не задали никаких значений. Вот нам ничего и не выдало. То есть у нас, когда мы ничего не задали, у нас все равняется нулю. И, соответственно, производная, как вы видите, у нас производную можно нарисовать, равняется нулю. И как результат мы ничего не получили. Ну, давайте другое откроем. А вот тут мы задали параметры. Т-ноликовое задали. Рил. Ну, в попугаях мы тут задали, да? То есть непонятно, в чем эта температура у нас задана. Коэффициенты, площадь, масса. Непонятно, что. Ну, в общем, давайте все равно посчитаем. Так, это все работает. Считаем. Значит, это удалим. Не нужно нам старые результаты. Температура. Что у нас? Ах, это не тот плот еще. Так, температура. Вот. Это бывает такое, завесоны иногда не очистилась. Вот старая. Вот у нас температура идет. Давайте потолще ее сделаем. Ну, видно, что у нас вот температура окружающей среды. Давайте поставим мы. Ну, и видите, что температура болванки фактически у нас на температуру окружающей среды дошла, и все. Ну, логично. Вполне логичный результат. Давайте следующий. А тут у нас мы ввели типы. Понятно, что здесь, значит, они действительного типа. Но нам бы еще желательно, чтобы у нас они считались в конкретных
значениях. То есть вот температура, в чем считается она? В кельвинах или в цельсиях? Нет, в кельвинах, в цельсиях не считается. Вы еще в фаренгейтах вспомните. Так вот, она в кельвинах считается, и минимальная температура равна нулю, естественно. Ну вот, площадь в квадратных метрах, масса в килограммах, система называется Си. Систему Си вы знаете, да? Система интернациональная. Соответственно, у нас окружающая температура, а 0 в кельвинах равен чему в цельсиях? Минус 230 с чем-то. 273. Да, и еще 15 сотых. Так вот. Соответственно, мы добавили, получили температуру 25 градусов Цельсия. Добавили, получили температуру. Это у нас начальная температура болванки. Коэффициент теплоотдачи, значит, площадь и так далее. Значит, что у нас температура. И вот у нас уравнение T равно Т0, начальное уравнение. Мы задали начальное условие на само переменную. Ну и наше уравнение. Ну, считаем. Один просто секунда мало. Так, это у нас вот это считалось. Нам это не нужно. Давайте вот мы Т. Обновим. А, вот он. Значит, закроем. И Т. И Т. Вот они сделаны. Ну, в принципе, то же самое значение, только если раньше у нас были тут некоторые попугаи, непонятно что, то теперь у нас тут градусы Кельвина и время в секундах. То есть это нужно подписывать всегда. Оси графика должны быть подписаны. Ну и вот тут это вот когда просто юниты, это предыдущий пример должен был быть. Когда мы не типы задавали, а просто к значениям привесили юниты, чтобы знать. Ну, вот это вот. Давайте еще одну посмотрим. Вот. Вот такая схема. Это тоже всем понятно, что на этой схеме изображено. Что-то ответа я не могу дождаться. Не понимаю. Понятно? Непонятно? Буковки и полосочки понятно, что означают? К сожалению, не особо. Извините, пожалуйста. Вообще, поскольку вы
каким-то образом будете заниматься моделированием, может быть, а может и нет, да, то обязательно нужно знать то, что вы моделируете. Ну, в данном случае, ну, по крайней мере, курс общей физики прочесть-то точно нужно. А вот у нас эта схема, она называется фильтр низких частот. Она состоит из индуктивности дроссель, из емкости конденсатор и сопротивления резистор. Ну и вот у нас некий ЭДС, электронно-движущая сила, батарейка. Что делает фильтр? Он, если мы подаем на вход колебания, то есть некое значение, вот ток у нас колеблется, мы получаем какую-то синусоиду. Так вот, этот фильтр будет эту синусоиду сглаживать и убирать пики. Собственно, нам нужно найти три значения. Это V, это напряжение, и три силы тока на индуктивности, на сопротивлении и на емкости. Вот для них уравнение. Это система трех уравнений. Что вот? Это фактически система, описывающая поведение трех этих элементов. То есть связь напряжения и силы тока на резисторе, на конденсаторе и на дросселе. Плюс к этому закон Киргофа, сумма токов. Ну, вот он считается, вот ток идет, а вот тут он раздваивается. То есть вот этот ток равен этому плюс этому. Параллельное подключение. Ну вот и все. То есть все это вы открываете учебник физики и оттуда все это чудесно вычитываете. Но вам все равно что-то нужно моделировать. Ведь вот это вот. Значит, ну тут мы типы опять, как в прошлый раз вели, юниты. Вольт, ампер, ом, ф. Что означает? Фарады, может быть. Да, а аж? Генри. Генри, да. Подобное. Генри, Генри. Да, конечно, это же у нас Си. Видите, какая маленькая емкость. А емкость Земли какая, чему равна? Ну, она порядка нескольких фарад. То есть фарады – это очень большая емкость. Значит, батарея 24 вольта. Вот у нас переменные. У нас написано сейчас. Вот переменные найти нужно было. Мы их и записали. И наши 4 переменных, 4 проверили. Да, 4 уравнения, 4 переменных. Что у нас? А, это все нормально. Это логи от старого остались. Давайте запустим и посмотрим. Ну, давайте 10 сделаем.
посчитаем. Так, это мы все убрали. Так, нам V нужно. И. Ну, фактически у нас тут так называемый график с двумя осями. То есть одна ось, ну скажем, тут не отображается, но вы чертить будете. Слева это будут вольты. Соответственно, это в вольтах. А справа график это в амперах будет, это сила тока. Ну, как видите, что мы отобразить и то у нас ну, не получается. Поэтому вот амперы вот так вот. Вольты вот так. Ну, и мы можем поправить. Не то нажал, извините. Мы можем поправить, задать интервал 2. То есть мы видим, что у нас, не доходя до 2, все кончается, и дальше уже неинтересно. Вот тогда более... Так. Как видите, действительно, эта схема работает как фильтр. То есть у нас... Ну, вот, логично, да? У нас конденсатор работает только с переменным током. Соответственно, ну, что такое конденсатор, вы представляете, да? Это два проводника, разделенные диэлектриком. Соответственно, когда ток переменный, то у нас он ходит туда-сюда заряд. Когда ток постоянный, фактически это разрыв цепи, и ток идти не может. Это я к тому, что каждый результат нужно обосновать с точки зрения изучаемого явления. Ну и вот у нас получается, что когда у нас конденсатор, то ток... Сначала колебался, а потом на ноль ушел. То есть постоянный ток он проходить не может. Ну, а тут, соответственно, ток, два тока сравнялись, поскольку конденсаторный равен нулю. Ну и вот напряжение пошло. Тут 24. А у нас исходное напряжение... Я не написал. Исходное напряжение у нас 24 вольта и было. То есть, видите, в стационарном условии напряжение остается фактически такое же. А вольтаж, значит, а колебания ушли. Так, ну и... Вы, конечно, все это изучали. Сейчас просто я вам напомню. Я хотел напомнить вот такую модель. Модель простая, а хотел я ее напомнить, потому что для таких моделей важно, для всех моделей, кроме графики зависимости от времени, еще фазовые портреты. Вы, естественно, учили качественный анализ дифференциальных уравнений, знаете, что такое фазовый портрет, знаете, что такое особые точки, там фокус, центр, седло и так далее. Вот. Моделирование. Вот у нас наше уравнение. То есть в моделике что хорошо? Тут вы даже и думать не нужно. Берете и записываете то, что у вас есть. Вот у вас есть вот такая система уравнений. Вы ее просто...
просто записали. И две переменные. Но задать начальное условие можно как initial equation, и вот как вот x нуликовое, то есть стартовое значение. И параметры. Все, после этого можно запускать и смотреть, как это работает. Ну вот, давайте 100. Запустили. Нам нужно хищники и жертвы. Это жертвы. Это хищники. Ну и логично, как это себя ведет. Вот у нас начально у нас значение. Вначале по 10 тех и других. Дальше жертвы размножаются, а хищникам не хватает пищи, их мало становится. Но потом много жертв, много зайчиков, кроликов, волки или лисицы, их легче находят и съедают. И сами доходят до максимума. Максимум смещен, как вы видите, относительно максимума жертв. Но потом всех съедают, кроликов, и опять есть нечего. Опять кролики размножаются, поскольку лисиц мало, их никто не ест. Опять лисицы поднялись, их съедают. И так бесконечно. Показать, что это бесконечно, можно на фазовом портрете. Вот выбрали тут фазовый портрет. С шифтом выбрали первую переменную и вторую переменную. И вот у нас фазовый портрет. Как видите, фазовый объем сохраняется. То есть вот эти колебания будут происходить до бесконечности. Ну, это немного, как понимаете, не физичная вещь. То есть ничего нету бесконечного, и в принципе вот такая замкнутая система в результате должна схлопнуться в ноль, все должны умереть. Но они тут не умирают. Ну и можно посмотреть, промоделировать, ну скажем, на 10 тысяч время секунд. Вот смотрите, у нас тут число интервалов и значение интервалов. Оставим фиксированное число интервалов 500. И видите, 10 тысяч на 500 получается, поскольку у нас по 20 секунд каждый интервал, ну, достаточно. И вот, ну, тут понятно, потому что так много, мы тут должны вырезать на самом деле какой-то кусочек. Вот давайте вот такой вот маленький кусочек вырежем. Ну вот тут вот, вот это из-за того, что у нас 20 секунд интервал, все вот так вот рубленными. Давайте теперь мы зададим не число интервалов, а конкретный интервал. Видите, 20 секунд интервал. Вот такой вот. Давайте посчитаем. Ну, давайте фазовый портрет. А, у нас считается еще. Это мы поспешили посмотреть. Видите, это уже сложнее столько насчитать. Внизу у нас логи идут, как, собственно, запуск идет. То есть генерится, вы можете посмотреть в ТМП-каталог и увидеть, что там генерятся программы, которые потом запускаются. То есть генерилось, скомпилилось, и вот симуляция идет. Ну,
У вас компьютеры мощнее, посильнее, у вас, наверное, симуляция быстрее будет проходить. Ну и вот этот вот output файл, это, собственно, значение. То есть графики тут для текущего исследования, а потом полученные программы вы запускаете на реальную симуляцию на больших компьютерах. Так, вот обновилось. И видите, сразу у нас красивая картинка получилась. Ну и тут давайте вырежем кусочек. И видите, вот гладенько все, да? То есть при симуляции нужно задавать еще правильно. Так, вопросы остались какие-нибудь? Подскажите, пожалуйста, конкретно по моделике. У нас, если производная не по Т, допустим, во второй лабораторной у нас переход к полярным координатам. А там без разницы, почему? Просто ДР – это производная. А дальше смотрится параметр. Т – это просто некий параметр, не обязательно время. Некий натуральный параметр. То есть по какой величине у нас идет производная, грубо говоря, мы… Тогда при симуляции задаем не время, там столько-то секунд, да, а это будет параметр. Да, именно так, да. Простите, а можно узнать про доклады, которые на эту лекцию? А сейчас мы начнем их слушать. Сейчас мы начнем их слушать. Просто попросили показать это. Я показал, а сейчас мы доклады будем слушать. Так. Открываю файл. По дороге Виктор Александрович. Да, правильно я здесь. Ударение. Все так? Правильно. Да? А, сейчас это экран включу, секундочку. Угу. По идее, должно да, быть видно. Хорошо, да, да. Так. Меня зовут Подорога Виктор. Всем добрый день. Я расскажу про клеточный автомат, который называется «Игра жизнь». Для начала немножечко введения про то, что вообще такое клеточные автоматы. Клеточные автоматы – это такие модели, которые в основном изучаются в теоретических разделах физики и математики. Суть клеточных автоматов заключается в том, что существует некоторое поле, которое мы разбили на множество клеток или же фрагментов двумерного массива, каждая из этих клеток может принимать какие-нибудь значения, например, 0 или 1. И это множество значений будем называть конечным множеством состояний. У каждой клеточки также есть соседи, которые будут находиться в окрестности клеточки. И в зависимости от значения соседей мы будем рассчитывать с помощью алгоритма генерации следующего поколения, какое будет следующее состояние у каждой клетки на поле. При этом правила и окрестность, по которым будет определяться состояние, будет установлено заранее для данного клеточного автомата, и процесс игры изменяться не будет. И одна из областей, в которой применяются клеточные автоматы, это моделирование рекристаллизации. Это когда какие-то одни кристаллические зерна образуют за счет других. Про историю создания. Создана эта игра была в 1970 году английским математиком Джоном Конвеем.
Он попытался упростить идеи Джона фон Неймана о изобретении машины, которая бы смогла воспроизводить сама себя. А самому же фон Нейману получилось только создать математическую модель этой машины, а Конвей смог усовершенствовать модель Неймана, придумать оптимальный свод правил для наиболее простой реализации. И также стоит отметить то, что игру в 1970 году, уже после выхода в октябре, заметил английский журналист, американский, вернее, журналист, и была опубликована статья про эту игру в журнале Scientific American. Реализация игры будет представлять собой эмуляцию поверхности Тора на плоскости, а также два двумерных массива для текущего и следующего поколений и алгоритм для генерации поколений, который будет определять, что происходит с каждой клеткой по прохождению одного хода. Также существует версия, в которой алгоритм будет сравнивать списки клеток, которые будут меняться, которые будут оставаться неизменными к следующему ходу. И расскажу про правила также классической версии игры. У каждой клетки у нас на 2D пространстве будет 8 соседей. Наличие соседей будет определять, будет ли клетка живой или мертвой к следующему ходу. Следующим образом, если у клетки есть 3 живых соседа, то клетка будет оживать. А если у клетки есть 2 или 3 соседа, то клетка будет выживать, то есть не меняется к следующему ходу. А если же у клетки больше 3 соседей, то она будет умирать от перенаселения, и если меньше 2 соседей, то она будет умирать от одиночества. Роль игрока будет в том, чтобы сгенерировать только начальное поколение, начальное состояние клеток, а затем его роль будет наблюдателя. И в классической версии игры соседние клетки будут определяться по Муру, то есть мы рассматриваем все 8 соседствующих клеток, но есть и те версии, в которых соседство определяется по фон Нейману. Это когда мы рассматриваем только 4 соседа, то есть верхний, нижний, левый и правый. И всего возможных комбинаций правил для двухмерной версии игры 13,5 квинквагентиллионов. Это число с более чем сотней знаков, состоящее из более чем сотни знаков. В то же время для одномерной версии существует всего лишь 256 вариантов правил. И вот про вариант начала. Самый простой — это точка, которая сразу умирает. Также можно проставить в виде такого угла, который заполняется и остается квадратом. И последний вариант, такой простой начало, это 3 клетки в ряд. Получается такой осциллятор с периодом 2. Будет бесконечно вращаться. Вот некоторые объекты игры вы сейчас видите. Это космические корабли разного вида. Также существует планерная пушка Госпера. Это, как видите, слева сверху есть 2 объекта, которые выстреливают планерами. Планеры долетают до объекта, взаимодействуя с которым они разрушаются. Дальше есть вот такие пульсары, или же маяки их еще называют. Все эти пульсары и маяки называются общие осцилляторы с разными периодами. Вот, например, этот осциллятор будет называться восьмерка. Мы видим то, что контуры его образуют восьмерку в некоторый момент времени. Этот осциллятор будет называться осциллятор Герца, а этот осциллятор будет называться корона. Ну и статьи. Это были динамические объекты. И вот статический объект, который мне удалось заметить. Это порталы, лодки и квадраты. И вот небольшая таблица с разными вариантами модификации игры. Их, конечно, существенно больше, как я уже говорил. Но вот основные — это B3S23, то есть клетка будет появляться, когда у нее есть 3 соседа, и выживать, когда 2 или 3 соседа. То есть B от слова born зарождается на 3, S от слова survival выживает при 2-3 соседях.
А вторая модификация — это B3S01234578. Это так называемая жизнь бессмертия, когда клетка появляется при трех соседях и выживает в любом случае. А следующая версия B5678S45678 — это версия с небольшой длительностью игровой сессии, там, возможно, всего лишь несколько десятков поколений, что сравнительно немного. И последняя такая версия интересная, это B1S01234578. Это фрактальная жизнь, итогом которой становится бесконечный фрактал. И вот немножечко про сады Эдема расскажу еще. Сад Эдема — это будет такое состояние точек, которое невозможно было получить в ходе игры по заданным правилам. И такие конфигурации будут идти вразрез с многими клеточными автоматами. Большинство из них идут только в одну сторону, только в будущее. И каждое состояние для таких автоматов будет обратимо и представляет свою биекцию. Это такое вот отображение, когда каждому элементу из одного множества будет соответствовать ровно один элемент из другого множества. И вот то, что мы видели в начале, да, это инициал нашего вуза. Вероятнее всего, это как раз и будет один из садов Эдема. Ну, вероятность того, что к этому состоянию придем, из какого состояния вообще стремится к нулю. И к тому же я запустил эти инициалы на клеточном автомате, который сможет моделировать как бы время в другую сторону. И у него не получилось моделировать то состояние, с которого мы пришли к этой надписи. И на этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. А если МГУ написать мистер УДН, что получится? Ну, вероятнее всего, тоже получится, что это сад Эдема. Понятно. Кондрашина. Да, сейчас. Добрый день, меня зовут Кондрашина Мария Сергеевна, я студент группы NFABE 0219, и тема моего доклада — модель сегрегации Шеллинга. В своем докладе я освещу такие темы, как что такое модель сегрегации Шеллинга, принцип модели сегрегации Шеллинга, примеры этого принципа, пример работы модели сайта NetLogo Web, области применения модели сегрегации Шеллинга и подведу краткий итог. Итак, для начала я хочу рассказать, что означает термин сегрегация. Сегрегация — это разделение по какому-то признаку. В случае модели Шеллинга нас будет интересовать разделение людей. Например, отделение группы по расовому или этническому признаку, по полу или по доходу. Примером расовой сегрегации я привожу карту Чикаго 2000 года. Отчетливо здесь видно, что люди одной расовой принадлежности проживают вместе, образуя на карте зоны одного цвета. Даже лучше вот на данной маленькой карте. Итак, модель сегрегации Шеллинга — это агент-ориентированная модель, способная к самоорганизации, которая описывает процесс сегрегации. Агент-ориентированная модель или же агентное моделирование имеет три основные составляющие. Агент — для модели Шеллинга — это люди — их поведение или же правила, которым они следуют, в данном случае правила порога, о котором мы узнаем чуть позже, и среда. Самоорганизация же — это процесс упорядочивания элементов в системе за счет внутренних факторов, без внешнего воздействия. В ходе самоорганизации некоторая форма общего порядка возникает из локальных взаимодействий между частями изначально непорядочной системы. Описание принципа модели сегрегации Шеллинга. Индивидуумы или же агенты размещены в двумерном дискретном пространстве на поле N на N клеток, в дискретном времени. Пространство представляет собой условный город, а каждая клетка — дом, место размещения агента. Рассматриваются индивидуумы, принадлежащие к двум различным типам. На моделях их изображают разным цветом обычно. Начальное пространственное распределение агентов по городу задается случайным образом. При этом количество агентов, индивидуумов меньше, чем количество домов, что обеспечивает возможность перемещения людей по полю. То есть всегда есть свободные клетки. Вот, они ничем не закрашены, они просто белые.
есть процент индивидуумов одного типа среди ближайших соседей. Если процент индивидуумов одного типа среди ближайших соседей ниже определенного порогового значения, то данный агент чувствует себя некомфортно и перемещается в случайно выбранный пустой дом. В противном случае индивидуум счастлив и остается на месте. В результате действия таких простых правил образуется тотальная сегрегация. Условием остановки модели является либо достижение состояния счастья всеми агентами, или достижение максимально возможного количества шагов имитационной модели. Дальше я приведу пример для понимания. Возьмем поле размером 3 на 3, всего у нас будет 9 клеток. Есть два типа индивидуумов, они обозначены желтым и оранжевым цветом. Белым обозначено пустое место, куда можно переместиться. Крестиком отмечен определенный агент, он желтого цвета. По изображению видно, что рядом с ним располагаются 3 желтых агента и 4 оранжевых. Получается, 3 из 7 соседей похожи на нашего агента, то есть 3 седьмых. Дальше рассматривается порог для принятия решения о переезде, порог непохожести на агента. Если порог данного агента меньше или равен 3 седьмым, то есть меньше или равен 43%, то агент счастлив, его все устраивает, и он не переезжает на новое место. Если же выше, то агент несчастен и перемещается на другую клетку, исходя из своих предпочтений. Дальше я привожу пример работы модели сайта NetLogoWeb. Сначала для порогового значения в 30%. Здесь также указаны графики счастливых агентов и несчастливых агентов с указанием их числа и процента от общего числа индивидуумов. Данная модель отрабатывает довольно быстро. Так. Дальше для порогового значения 50%. И последним примером является пороговое значение 60%. Если сравнивать с предыдущими примерами, будет видно, что в данном случае для достижения условия остановки модели, когда все агенты счастливаются, требуется большее количество шагов. Здесь их около 500 будет. Ну и еще области одного цвета, они становятся больше. Ну, можно обратить внимание, как изменяется число несчастных агентов. Ну и выполняется до момента, как несчастных агентов станет ноль. Модель сегрегации Шеллинга применяется в вычислительной экономике. Вычислительная экономика использует компьютерное экономическое моделирование для решения аналитически и статически сформулированных экономических проблем. А также данная модель используется для объяснения, как микромотивы поведения отдельных действующих лиц приводят к макропоследствиям, изменениям системы сегрегации. Подведем краткий итог. Модель сегрегации Шеллинга – это модель, описывающая процесс сегрегации. Основным параметром является порог непохожести или принятие решения о переезде. Модель сегрегации Шеллинга применяется в вычислительной экономике для объяснения и для объяснения влияния микромотивов на макропоследствия. Процесс сегрегации. Спасибо за внимание. Спасибо. Почему именно NetLogo взят? Ну, мне показалось довольно удобный сайт и наглядный. Mm-hmm. Там есть графики именно,
счастливых и несчастливых. Хорошо, спасибо. Липатникова. Да. Да, давайте. Здравствуйте. Я студентка НФИБД 0219 Липатникова Марина. И у меня доклад на тему модель Грановетера. Итак, человек каждый день принимает какие-то решения. Нередко мы можем наблюдать, как выбор одного человека зависит от решения толпы. Тогда возникает вопрос, от чего зависит решение толпы? Теории, которые были до Грановетера, были ориентированы на нормы и ценности большинства. Но он утверждает, что знания этих норм могут обеспечить необходимые, но недостаточные условия для объяснения результатов. Грановетер предложил свою модель массовых беспорядков. Эта модель может быть применена к процессам, которые обычно не называют коллективным поведением, таким как голосование, миграция, забастовки, распространение инноваций, получение образования или рыночная торговля. Целью этого доклада является рассмотрение модели Грановетера и области ее применения. В модели рассматриваются бинарные решения. Итак, группа состоит из N человек. У этих людей есть два возможных состояния – либо действовать, либо бездействовать. Для человека в каждом выборе есть как положительные стороны, так и отрицательные, и затраты и выгоды для каждого будет зависеть от того, сколько других людей сделают этот же выбор. Например, в уличных беспорядках стоимость участия снижается по мере увеличения их масштабов, поскольку вероятность быть задержанным тем меньше, чем больше участников. Индивиды рациональны, то есть они максимизируют свою пользу. Разные люди требуют разный уровень безопасности перед тем, как вступить в ряды бунтующих. Также они различаются по выгодам от бунта. Для описания этих различий вводится понятие «порог». Порог – это количество людей, уже принимающих участие в бунте, которого достаточно для присоединения к ним этого человека. У одних людей подстрекательный порог очень низкий, а они сами могут начать бунт. У других консерваторов он будет очень высокий. Если порог будет превышен, человек начнет действовать. Цель модели – предсказать, исходя из начального распределения пороговых значений людей, конечное число или долю, принимающую каждую из двух решений. С математической точки зрения речь идет о нахождении равновесия в процессе, протекающем во времени. Простой пример ситуации. На площади собрали 100 человек. Их пороги распределены равномерно, то есть один человек с порогом 0, один с порогом 1, один с порогом 2 и так далее, до последнего человека с порогом 99. Результат может быть описан как эффект домино. Человек с порогом 0, подстрекатель, разбивает окно. Это действие активизирует человека с порогом 1, его действие активизирует человека с порогом 2 и так далее. Получается бунт. Равновесием является 100 человек. Теперь заменим одного человека с порогом 1 на человека с порогом 2. По обычным способам описания группы идентичны, однако результат другой. Подстрекатель бунтует, но теперь нет никого с порогом 1, поэтому все заканчивается на этом моменте с одним бунтовщиком. Поняв суть, перейдем к математическому описанию. Агент может либо действовать, либо бездействовать. Порог тета от 0 до 1. Доля действующих агентов R от 0 до 1. Если R, который зависит от времени T, меньше, чем тета, агент бездействует. Если больше или равно тете, агент действует. Функция распределения порогов от 0 до 1. Доля агента с порогом, не превышающая R от T, равна функции распределения от R от T. Значит, в следующий момент времени T плюс 1 будет действовать именно эта доля агентов. То есть определим следующее рекуррентное соотношение. R от T плюс 1 равняется функция распределения от R от T. Положение равновесия характеризуется как R от T плюс 1 равняется R от T, то есть R равняется функции распределения от R. Это положение равновесия может быть устойчивым или неустойчивым. Устойчивым оно будет, если график функции распределения пересекает бисектрису сверху, как это показано на слайде. Если график функции распределения пересекает бисектрису снизу, то равновесие будет неустойчивым. Грановетер исследовал нормальную функцию распределения порогов
для 100 агентов со средним значением 25. Зависимость точки равновесия от стандартного отклонения сигма получилась разрывной. В точке примерно сигма равняется 12,2, существует разрыв равновесия 6 агентов на всех 100 агентов. Этот разрыв объясняется тем, что при значении стандартного отклонения Е-сигма 12,2 график функции распределения не пересекает, а касается бисектрисы в точке R6. Небольшое отклонение переводит точку равновесия из R6 в R100. Таким образом, модель объясняет ситуацию, когда две близкие по распределению порогов толпы могут вести себя совершенно по-разному. При описании идет речь о порогах беспорядков, поскольку это красочная иллюстрация. На самом деле модель может применяться в разных ситуациях бинарного выбора. Ситуация – забастовка, действие и принятие участия. Порог «за» – количество забастовщиков, «против» – боясь санкций от власти. Ситуация «слух» – действие «распространить». Порог «за» – количество распространителей, «против» – уровень доверия к распространителю. Ситуация «лекция» – действие «уйти». Порог «за» – количество ушедших, «против» – вежливость перед лектором или сидящим рядом. Итак, таким образом мы рассмотрели модель массовых беспорядков коронавируса, увидели на примерах ее суть, разобрали математически и указали область применения. Стоит подчеркнуть, что коронавирус описывал модель не через нормы, как было до него, а через порог. Необходимое количество действующих людей, чтобы человек присоединился. И для справки мне понадобился один человек и интересная тема, чтобы взять доклад на первую послеводную лекцию. А какой порог у вас? На этом все. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо. А, пожалуйста, Дмитриевская. Нету, нет? Дмитриевской. Извините, пожалуйста, я здесь, просто у меня случилась одна большая проблема, и я сейчас не смогу выступить. Хорошо, да. Я могу выступить на следующей неделе, у меня готов, в принципе, доклад, и я могу его... Хорошо, да. Хорошо, спасибо вам большое. Ломакина. А, да, здравствуйте, я... меня слышно? Да. Я хотела уточнить, я просто впервые выступаю с докладом, и вот сейчас первый человек, который выступал, он с другого направления, но у нас одинаковые темы. Да, это... но он, во-первых, с другого направления, а во-вторых, вы же не тот же самый доклад рассказывать будете. Да, все, тогда хорошо. И еще я тоже очень извиняюсь, я не знаю, как в Teams'е включить трансляцию экрана. А, такая стрелочка вверх, рядом с микрофоном. Щелкаете и зашариваете десктоп. Так, хорошо. Если да, я... Да, вот теперь будет... на весь экран. Вот все хорошо, мы видим. Все хорошо. Ну, у меня тоже тема доклада «Игра жизни. Клеточный автомат». Так как «Игра жизни» — это клеточный автомат, для начала я хочу объяснить, что вообще из себя представляет клеточный автомат. Это такая модель, которая используется в информатике и математике. Ее идея заключается в том, чтобы создать такую динамическую систему, которая будет использовать ряд ячеек. Каждая ячейка будет иметь одно из нескольких каких-то возможных состояний. При каждой итерации или повороте, если говорить проще, состояние ячейки, которое в данный момент считывается, будет определяться двумя пунктами. Это ее нынешним состоянием и состоянием соседних ячеек, которые окружают ячейку, которую мы считываем. Игра сама по себе является игрой с нулевым игроком. Что это значит? Это значит, что ее эволюция, ну то есть изменения, которые с ней происходят, определяются ее начальным состоянием и не требуют того, чтобы в этой игре участвовал игрок-человек. Человек взаимодействует с игрой, только создавая первоначальное ее состояние, ее конфигурацию, и наблюдает, как эта игра развивается. Как вообще произошла идея этой игры? Джон Конвей заинтересовался проблемой, которую предложил в 1940 году математик Джон фон Нейман.
он, Нейман пытался создать такую машину, которая могла бы воспроизводить сама себя. И Нейману удалось создать такую модель, такой машины, но у нее были очень сложные правила. И Конвей, он попытался упростить идею, предложенную математиком, и ему, ну, у него получилось создать правила, которые в итоге стали правилами игры жизни. Впервые описание этой игры было представлено в выпуске журнала Scientific American в 70-м году в рубрике «Математические игры». В чем состоят правила самой игры? Игра ведется на, если говорить на программном языке, ведется в матрице, если более упрощенно, на какой-то сетке из квадратов. Квадраты называются ячейками. Каждая ячейка, условно говоря, может быть черного цвета, это значит, что она живая, то есть она чем-то заполнена, или белая, мертвая. Когда человек играет в эту игру, он начинает с того, что, можно сказать, оживляет некоторые мертвые клетки. То есть он записывает в пустую ячейку, ну, заполняет ее живой клеткой. И из-за этого клетки, следуя определенным правилам, могут становиться живыми или мертвыми. Правила игры очень простые. Когда мы считываем живую клетку, если у нее есть меньше, чем два живых соседа, она умирает. Если у живой клетки есть более трех живых соседей, она тоже погибает из-за понятия тесноты. Живая клетка, у которой есть два или три живых соседа, она ничего не делает, она так остается в нынешнем состоянии. И если мы считываем мертвую клетку, у которой есть ровно три соседа живых, она тоже становится живой. Игра заканчивается, когда все клетки, они либо мертвы, либо живы, или игра приходит в цикличное состояние, то есть она повторяет одно и то же. Собственно, есть определенные какие-то базовые узоры, паттерны, они называются. И я сейчас объясню примерно, что они из себя представляют. На слайде представлены три именно основных паттерна. То есть это либо начальное состояние, но обычно это узоры, которые в конечном итоге приходят, игра. Натюрморты — это стабильный образец, в котором не меняется изображение, то есть конфигурация не меняется. Осцилляторы — это паттерны, которые изменяются, но они повторяются после какого-то определенного количества периодов. И планер — это один, наверное, из самых важных паттернов игры. Он с помощью своих изменений может передвигаться по всей сетке, по всему полю. То есть он находится в постоянном изменении, в постоянном движении. Также я бы... Тут это не представлено, но я бы хотела упомянуть, что есть еще очень важная фигура, которая при столкновении дублируется. Есть паттерны отражателя, которые при столкновении с движущими фигурами могут поменять их направление. И есть также фигуры, которые могут оставлять после себя какие-то следы или другие узоры движущиеся. И повторюсь, что многие узоры в игре в конечном итоге становятся комбинацией либо натюрмортов, либо осцилляторов, либо планеров. Вот. Другие закономерности, которые в итоге приходит игра, можно назвать хаотическими. И паттерн может оставаться хаотичным в течение очень долгого времени, пока в конце концов он в итоге не придет к одной из основных комбинаций. Также стоит упомянуть, что игра жизни по факту является неразрешимой. Что это значит? Это значит, что при наличии начального и какого-то измененного паттерна не существует алгоритма, который мог бы сказать точно, появится ли
когда-либо более поздний, поздний узор. Как я поняла, это следствие проблемы остановки, это то есть проблема определения того, завершит ли данная программа выполнение или продолжит она работать, исходя из, ну, продолжит работать вечно, исходя из начального ввода. Вот. Из этого следует, что существуют какие-то узоры, которые остаются хаотичными навсегда. Вывод логично, что данная игра повлияла на аспекты именно математических наук, то есть на алгебру, на теорию автоматов, на программирование. Но если не затрагивать такие очевидные точки соприкосновения, я бы хотела упомянуть данный список и объяснить, на что могла повлиять эта игра в данных направлениях, перечисленных на этом слайде. В кибернетике эта игра стала хорошей попыткой доказать существование простых самовоспроизводящихся систем и появление подобия разума у этих самых систем. В биологии очевидно, что есть внешнее сходство с развитием популяций каких-то примитивных организмов. В бактериологии примерно то же самое, то есть вариации игры с дополнительными условиями могут очень точно повторить размножение бактерий. Физиология рождения и смерть ячеек, которые используются в игре, они чем-то похожи на процесс возникновения и исчезновения нейронных импульсов. В астрономии, опять же, ячейки и их взаимодействие напоминают этапы развития галактик, то есть столкновение тоже преобразование и прочие действия. В квантовой физике поведение ячеек напоминает процессы, которые происходят при столкновении элементарных частиц. И в электротехнике правила игры жизни могут использоваться для моделирования самовосстанавливающихся электрических цепей. Ну и на этом все. Спасибо. У нас по времени закончилось все. У нас есть из 09-й, это Ван Сихем Франклин и рыбалка Элина. В принципе, вы можете, если у вас будет такое желание, доложить, у вас в пятницу, по-моему, занятия лабораторные, на лабораторных. Если не будет желания, тогда на следующей лекции. Да, хорошо, спасибо. Да. Ну, все, пожалуй. Тогда до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.